Главная музыка свадьбы, марш Мендельсона и широко распахнутые двери зала торжественных регистраций. Красивая картинка из далекого прошлого или светлого настоящего. Для юбиляров семейной жизни такой вопрос никогда не стоял. Своих вторых половинок они любят так же, как и 50 лет назад, и готовы снова сказать «да». В работе все время и успехов детей, и сами доучивались, высшее образование потом получали, вот, трудились, должности занимали, крутились, вертелись, минуты не было живой. И вот пришли, думаю, по батюшке, уже, оказывается, 50 прожили вместе. Все юбиляры благодаря теплому приему в Ленинском управлении ЗАГС снова смогли почувствовать себя молодоженами. Бриллиантовые и золотые семейные пары получили памятные подарки и поздравительные адреса, а также поставили подписи в юбилейной памятной книге. Не перестаешь удивляться, какой великий труд вы совершили в отношении друг друга. Ведь любовь, прежде всего, это большая работа. Семья Колпаковых из поселка Развилка в январе отметила 60 лет со дня свадьбы. Владимир Петрович и Галина Сергеевна до сих пор трепетно относятся друг к другу и точно знают, что встретили свою родную половинку. Подарков не дарили. Да ладно. Подожди, цветов не дарили. Ни платья не было, ничего. Да, свадьбу справили очень-очень скромные в доме у нас, в квартире. Вот, там красиво понятие цвет, что такое цветы. Один раз только признался в любви. Один хватит. Раз. Теплый весенний праздник любви и счастья юбиляры запомнят надолго. Для них золотая или бриллиантовая свадьба – это когда первая и единственная. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.